Всем привет! Друзья, сегодня мы начинаем освещать событийный туризм на Северном Кавказе, который здесь достаточно разнообразен. И разговор пойдет о событии, которое прошло в середине октября в Кисловодске. Трофи-спринт, кубок ФНПР. Традиционные внедорожные гонки, проходящие в этом году уже в 8-й раз. Погода в это время года еще балует теплыми деньками, поэтому выехать с семьей на красивый ландшафт и посмотреть игры настоящих мужчин просто необходимо. В этом году формат соревнований пополнился новыми зачетными категориями, что позволило участвовать в соревнованиях экипажам полноприводных грузовиков. Но не буду долго отвлекать ваше внимание, всем приятного просмотра и добро пожаловать на Кавказ!